В Темиртау вновь почернел снег. Белоснежные сугробы, наметенные бураном, потемнели буквально за пару дней. Источником зимней аномалии житель уже по традиции считает крупнейший металлургический комбинат страны. Впервые о проблеме темиртауского черного снега громко заговорили две зимы назад. Анализы, сделанные в 2018-м, показали многократное превышение вредных веществ. А вот единого источника загрязнения эксперты так и не выявили. Был разработан даже специальный план экологического оздоровления города. Однако реализация большинства его пунктов требует немало времени. Кроме того, на выпадение грязных осадков, уверяют специалисты, в немалой степени влияют изменения климата и смена розы ветров. Они сейчас такие хитренькие, они где-то под утро выпускают коксохим, вот эта вся гарь. Утро нельзя открыть, допустим, окна, форточки. Конечно, тяжело, тем более, когда у нас же много здесь астматиков, и главное, что дети астматики. Вот это очень, конечно, удручает. Это выбросы, это грязь, которая выбрасывается в воздух. Если ветер сильный, ветром просто уносит эти загрязнения. Если вдруг ветра нет, это все падает, это становится видимым. Там ничего хорошего, да, это все очень токсичные вещества. Нужно добиваться, чтобы государство требовало от предприятий конкретных планов по снижению выбросов. Сколько тонн каждый год. И не по 2-3% за 5 лет, за 10 лет, допустим, 80% снижение. Потому что по 2-3% в год никто ничего не заметит, так и будем жить в грязи. И вот результаты прошлогодних проверок, проведенных в момент высокого уровня загрязнения атмосферы. В воздухе выявлен сероводород, который больше, чем в 11 раз превысил предельно допустимую норму – фенол и аммиак. Провели тогда же и пробы почвы. Зафиксировано превышение по гидрокарбонатам, ионам кальция, сульфатам, ионам магния и хлоридам. Двух последних веществ было в 14 раз больше допустимых параметров. По нефтепродуктам до 4,5 раз. Обнаружено превышение по марганцу и мышьяку.